Добрый день, дорогие друзья, я рад вас приветствовать на моем канале. Мы продолжаем играть в зимнюю рыбалку. Мы скопили с вами немножко денег, давайте отправимся в магазин. Посмотрим, что мы можем с вами приобрести. Я хотел купить удочку. Давайте посмотрим, они какие-то тут дорогие. Жутко дорогие. Нам надо несколько раз с таким большим уловом прийти. Ладно, хорошо, давайте мормышку посмотрим. 750. А давайте возьмем, купим такую. Почему бы и нет. Так, и червячков. Возьмем червячков. Так, по соточке. Возьмем прикормки. А давайте зеленых купим. Может, они вообще на них хорошо ловятся. Так, вот этих возьмем. Дешевеньких. И как раз у нас 50 осталось. Давайте вот эту. Так, хорошо, все деньги потратили, надо эти зарабатывать. Давайте отправляться на озеро, выберем озеро какое-нибудь. Ну, это очень большое, мне кажется. А давайте вот это вот, довольно интересное. Так, ставим 30 минут, поехали. Так, куда все побегут, интересно? А кто куда? Ребята, куда? Давайте он туда вперед побежит. Не, навряд ли, надо вот сюда бежать. Смотрите, там он два побежал. Я думаю, вот надо с ними бежать. Гим-бигим-бигим. Ага, они решили тут. Они решили тут засверлиться. Давайте где-нибудь между ними. Где-нибудь вот тут. Попробуем. Так. Минус 15 у нас мороза, нормально. Не сильно холодно, можно ловить. Ветер небольшой. Должен быть клёв. Так, давайте очистим это все дело. Повесим нашу новую снасть. Нашу мормышечку. Так. Прикормка. У нас одна. Давайте подкормим. И возьмем, давайте самого дорогого червя. Самого дорогого. Так, отлично. Если все готовы, поехали. Ну что, с Богом. Надо копить на удочку. Так. Пока глухо. Как в колодце. Оп. Ну-ка. Кто там у нас? Окунечек на килограмм. Ну... килограмм тоже нормально. Таких бы окуней бы. Так, нормально наживка пойдет. Если дальше окунь будет клевать, вообще будет замечательно по килограмму. Так. Окунечек. Окунечек. Ну, нормально так клюнул. Конкретно. И все, и как вот что-то мелкое. Тоже окунечек. 365. Может, им все-таки не нравится это? Может, окуневая какая-то? Ладно, давайте пробовать дальше на это же. Окуневая. Приманка и мормышка. Так. Наверное, надо менять. Ну, чуть-чуть клюнуло там что-то тоже мелкое. Блин, что тут, один окунь? Ладно. Так, он сожрал все. Сожрал все. Так, подкормим. Давайте закидывать. Но пока у нас не очень дела. Нам бы пару рыбин по 2 килограмма. Будет вам счастье. Ну тоже какая-то ерунда. О, щучка. 400 грамм, маленькая. Маленькая щученца.
Так, ладно, пробуем с этой наживкой. Жалко наживку. Надо что-нибудь такое серьезное. Может, поагрессивнее игру сделаем. Такую вот. Так. Вот это уже получше. Вот это уже получше. 861 такой толстенький. Красавчик. Так. У нас такое окуневое место здесь получается. Наживка нормальная. Я думаю, маленького, если мы поймаем, еще будет хорошо. Так, сколько мы там, прикинем, с вами наловили? Так. Щучка. Ну, килограмма 3 мы поймали. Но это неплохо для начала. Давайте постоянно-постоянно играть будем. Непонятно, то ли клюет, то ли что. Да, зайка, ты клюнула. Ах ты моя маленькая. Так, хорошо. Но зато нас съело уже все. Давайте цеплять червя. И будем продолжать. Значит, щучка и окунь получается на эту мормышку. У нас обычно клюет. Ну вот щучек бы. Так. Окуневый поход у нас какой-то. Ну давай же ты, давай. Там такая вкуснятина. Может, стоило подкормить? Что-то отрубило. Крупняк подошел. Наверное. Не, ну маленькая тоже какая-то. Не, окуня ловить. Ну хотя по 400 грамм, если так ловить, то нормально было бы, конечно. Сильно он там съел. Ну, обгрыз, конечно. Давайте менять место. Не нравится мне тут. Смотрите, все отсюда вообще ушли. Один этот остался, кстати. Ну, он, может, любитель окуня какого. Тут уже насверлили, нифига. Может, нам глубже идти? А вон зайчик. Зайчик. Давайте вот тут сядем, попробуем. Какая тут глубина? Здесь глубина большая. Давайте тут попробуем. Так. Хорошо. Ну это надо наживку менять, это ерунда. Давайте вот эту попробуем. Вот эту попробуем. Подкормим. Поехали. Так, собрали с мыслями. Ну, какая-то фигня клюнула. Тоже плотва. Ну, если тут с такой глубины будет плотва, да ну и нафиг. Так, давайте поменяем. Половину обгрызла она уже. Закидываем. Давайте смотреть, что у нас тут есть еще в нашем колодце. Давай, давай. Ловись, большая. Ну, это опять плотва. Нет, маленький окушок. Маленький окушок. Ну, неужели здесь только... Только окунь-то плотва и такие маленькие. И есть же большая. Если есть маленькая, значит, есть и большая. Давайте смотреть. Так. Ну что же ты молчишь? Может, поагрессивнее попробовать? О, вот это ничего будет. Что это? 467. Ну, блин, клюнул он как будто килограммовый. Не, ну по такой рыбе еще нормально, можно сидеть тут. Сожрал нашу всю. Всего червячка. Так, ну, получается, 10 минут прошло уже. И мы с вами наловили
Я думаю, килограммов 5-6. Так, ну по 500 грамм окуни. Окуневое место, ё-моё. Тоже хорошо, по 500 грамм. Ну, окуню такая пойдет. Тварь голодная. Так. Еще один, 300 грамм. Хорошо. Но надо менять уже. Давайте поменяем. Подкорм. Либо это подкормка, либо это мормышка у нас именно окуневая такая, да? Мне кажется, что это мормышка. Из-за мормышки. Ну, щучку мы вытянули. Маленькую. Вообще какая-то фигня клюнула. Или даже не клюнула, мне показалось. Закидываем назад. Будем вот так вот. По нашему методу. По дедовскому методу. Влево, вправо. И нифига у нас не клюет. Что-то все, тишина. Тишина. Плохое место, не нравится мне здесь. Два летят отсюда, наверное. Давайте уходить будем. Так, эти все сюда сместили, смотрите. Может, есть смысл все-таки туда сбегать? Интересно, на каком месте сейчас? Беги, беги, беги. Туда вон беги, к этим. Так. Самое страшное то, что мы теряем время. Смотрите, один тут... Ай, ну он на мелочи сидит. Надо идти куда-нибудь сюда. Мужики, я к вам. Можно? Можно. Ну и все. Прямо вот здесь забуримся. Но здесь не глубоко. Зря, может, мы сюда пришли. Ладно, сейчас попробуем. Рыбы распугали им все. Так. Подкормим, закидываем. Ловись, рыбка, большая и маленькая. Ловись, рыбка. Ну, и что-то нифига. У нас получается, то первое место было самое нормальное. Лед трещит, лед трещит. Ну что? Что же ты? Вообще как в колодце, слушайте. Ну, что-то там пи-пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи-пи. Ну, что это еще можно? Конечно, плотвишка. Блин, столько 100-граммовая. Если мы сейчас поймаем такую же, и, не знаю, надо бежать отсюда. У нас пока лучше вернуться туда. У нас 17 минут. Мы там нормально поймали. Ну опять, пим-пим-пим, плотва наверное. Не, да ну нафиг, за 100 граммами плотвы здесь сидеть. Не-не-не-не-не. Давайте валить отсюда, бегом-бегом. Бегом. Пускай они тут сами сидят. Не-не-не. Назад, домой, домой бежим, домой. Смотрите, а те все равно вон там и сидят двое.
Ну не факт, что у них там тоже что-то есть. Половина времени прошло, мы поймали килограммов 6-7, не больше. Может сюда поглубже зайти? У нас лунка была между ними, где-то вот тут. Вон она. Давайте сюда глубже попробуем взять. Вот сюда, вот здесь. Прямо вот здесь давайте, ну-ка. Так. Поменяем все-таки, я решил. Не будем возвращаться тогда к нашей снасти, которую на предыдущей рыбалке мы ловили. Что нам окуни такие? Ну хотя по 500 грамм тоже хорошо. Если бы они часто клевали, хорошо было бы, конечно. Ну-ка что-то. Ну это окунь, походу. Лосось, ё-моё, 500 грамм. Прикольно. Красавец. Так. Давайте еще. Мне понравилось. Мне понравилось. Ну я же говорил, что надо просто зайти поглубже. Место-то хорошее. Место-то хорошее. Или нет? Так. За 1 килограмм нам, получается, дают что-то. Была поклевка какая-то непонятная. Платвичка. За 1 килограмм нам, получается, дают 100 золота. Но это тоже немного. Это тоже немного. Так. Надо было, может, подкормить. Так. Ну, опять плотва. Нет, окунь, 400 грамм. Ну хрен с ним, такой бы клевал бы, да и хорошо было бы. Так, у нас пока еще есть там наживка. Так, давай, давай. Что вам не нравится? Вкуснятина же, ну. Дзыбай, дзыбай. Ну, давай же. Нифига, мертво. Давайте поменяем тогда, ладно. Мы ж подкормили, подкормили. Блин, ну там может пипка чуть-чуть торчит. Подкормили ж. Все хорошо, чего она? Давайте пари еще вот так поиграем. Тут если мелочь будет клевать особо, ну как бы не увидишь, когда игра идет такая. Что-то вообще, блин, плохо все. Надо менять старую мормышку, короче. Надо пробовать. На все пробовать. Так, ну вот что-то есть. Сейчас мы вытянем. Плотва. Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте менять будем.
нашу покупку, на старую нашу покупку. Так. Подкормим. Давай, давай, давай. Либо тут рыбы нет, либо тут что-то не то. Попробуем таким макаром. Я же не знаю, что тут придумать. О, что-то было. Опа, линь, смотрите, какой красивый. Класс. Класс, класс. Так, а у нас черви. Давайте зелененьких. Кто-то там бегает по снегу. Ту-ту-ту-ту-ту. Шаги. Блин, ну ради такого можно подкормить было. Будем с остановкой попробовать. Раз, два, три. Остановка. Раз, два, три. Остановка. Так. Что-то от мормышки ничего не изменилось. Нам бы хотя бы в тройку попасть. Сейчас уже лунка замерзнет. Может, там уже все съели? Мы не знаем. Давай, клюй. Не, надо менять место, не нравится мне здесь. Лучше мы вообще на старое, на наше пойдем. На самое первое. Оно, кстати, не занято. А тот, смотрите, тут как сел, тут и сидит. Нет, уже побежал куда-то. Куда побежал? А, на старое, ну. И этот он сидит. Все, сюда сядем и все. Нафиг. Подкормим, закидываем. О, что-то было. Ну, это окунь, наверное, да? Фигушки, не успели мы. Блин, ладно, давай поменяем наживку. Что ж там было такое? Что ж там клюнуло? Тут хоть клюет, ё-моё. Мне кажется уже. Нет, не кажется. 75 грамм. Не кажется. Гад. Ну, конечно, съел все. Все съел. Так, закидываем. Тут окуничисто, я так понимаю. Окуневое такое озеро. Какое-то окуневое.
А если мы немножко подымем? Чуть-чуть. Чтоб не с самого дна уже лаять. 6 минут. Я уже и на куня согласен. Но это вообще не берет. Слушайте, вообще какая-то беда. Ну давай. Ничего не понимаю. Целый. Блин, жалко шету. Наживку жалко. Давайте попробуем что-нибудь поймать. Блин, 5 минут осталось. Нам еще добежать надо. Будем дзыбать вот так. Дзыб-дзыб-дзыб-дзыб-дзыб-дзыб. И где же рыбка? Черви, значит, не очень. Я не знаю, что не так. Ладно, меняем назад тогда на эту окуневую. Хрен с ним, с наживкой. 4 минуты осталось. Давайте эту поставим. Наживка дорогая, собака, блин. Мы столько расходовали, а выхлопа ноль. Подкормим еще, блин. Ловись, рыбка большая, маленькая. У тебя 3 минуты есть на все про все. О, пошло дело. Вот, красавица. Возможно, тут еще врезались друг друга. Возможно, еще зависит от того, что от ценности рыбы, да? Может, окунь он не такой дорогой, я не знаю. Надо еще посмотреть, как нам заплатят. Так. Или правильно надо подбирать тоже наживку, мормышку, подкормку. Давай же ты. Надеюсь, там, может, у всех не клюет. Надо у мужиков спросить. Ну клюнь-то. Клюнь. Ну будем играть, а что делать? Будем постоянку играть. Она хоть трошку берет так. Вообще на чуть-чуть снизу. Уже скоро домой идти. Не, ну троху мы поймали, как бы. Не с пустым чемоданом. Может, там съели уже все? Что там за фигня происходит? Ну, он пишет, что уже скоро надо сваливать. А у нас не клюет нифига. Ну это не рыбалка, это фигня какая-то. Ну вот, что там дзыбы? Там плотва какая-то или что? Что это было там вообще?
Это плотва какая-то непонятная. Все, закидываем. Где-то минуту нам надо на то, чтобы добежать еще. Будет же беда, если нам не засчитают. О, ну-ка. Кто там? 400 грамм. Пойдет. Ладно, все, сваливаем. Бежим, 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 бежим. Давай, давай, давай. Сворачиваемся. Так, побежали, побежали. В принципе, финиш не так далеко. Но все равно добежать до него нужно. Мужики, пошли. Бегом, бегом. Шнеля, шнеля. Эти, которые вдалеке сидели, они уже прибежали. Боялись, что они добегут, да? Ай-яй-яй, бедные. Так, ну что? Ждем результат. Еще один пробежал. Так. Барабанная дробь. И... Второе место. Слава тебе, Господи, что второе. Я, значит, ни у кого, видите, поклевки, поклевка хреновая была. А он обловил меня, смотрите, на 500 грамм. Если бы мы так, может быть, не бегали туда-сюда, может, мы бы переловили даже. 8 килограмм всего лишь поймал. Ну, а мы 7,5. Ну, нормально. Второе место тоже хорошо. Ну, вот такая вот у нас рыбалочка получилась, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующей серии. Всем пока!